В поселке Ключи Усть-Камчатского района начались долгожданные работы по асфальтированию дорог. Всего реализовывается два проекта по восстановлению улично-дорожной сети. Представители компании ООО «Тепловодхоз» отремонтируют участок трассы Мильково-Ключи-Усть-Камчатск от 263 километра до въезда на территорию военной части. Всего 895 метров. Работы планируется окончить до 30 ноября. А до 1 октября специалисты ООО «Рустройтехнологии» приведут в порядок три участка дороги непосредственно в самом поселке Ключи по улицам Кирова, Школьной и Красноармейской. Общая протяженность составляет 2,5 километра. Материал завезен. Асфальтовый завод находится, проводится еще раз пусконаладочные работы. И вся техника и люди задействованы на дорогах для того, чтобы в срок асфальт был уложен. На сегодняшний день дорожники проводят все необходимые работы по укреплению основания и расширению дорог для того, чтобы обеспечить прочность и долговечность нового покрытия. До воинской части бригады ООО «Тепловодхоз» проводится отсыпка специальным инертным материалом, что позволит создать прочное и ровное основание для будущей трассы. На улице Кирова специалисты ООО «Рустройтехнологии» приступили к снятию старого покрытия. Следующим шагом будет расширение улицы, что уже и сделано на улице Красноармейской. В ближайшее время работы стартуют и на улице Школьной. Серьезным толчком для капитального ремонта дорог в Ключах послужило извержение вулкана Шевелуч, которое произошло в апреле 2023 года. При работах, которые были для решения этого вопроса по вывозу пепелопада, у нас многие дороги пришли в очень ужасное состояние, которое, конечно, и президент, и представитель на Дальнем Востоке, и в том числе и губернатор Камчатского края, все в этом приняли активное участие, и непосредственно было выделено финансирование на решение этой проблемы. При выборе участков дорог, которые в первую очередь подлежат восстановлению, конечно, приоритет отдавался наиболее поврежденным. Немаловажно, что асфальт будет проложен к социальным объектам поселения – школе, детскому садику, больнице. Глава района совместно с администрациями Усть-Камчатского района и Ключевского сельского поселения уделяют этому вопросу особое внимание, чтобы обеспечить жителям качественные и безопасные дороги. В этом году приступили к работам асфальтирования дороги от федеральной трассы до въезда в военный городок. Это очень долгожданное событие, так как дорога была не в очень хорошем виде. Мы очень все ждем, что наконец-то у нас будет асфальтированная дорога. Основные работы по асфальтированию стартовали. А это значит, что в скором времени жители поселка Ключи и военного городка будут передвигаться по ровным и качественным дорогам. А самое главное, что их поездки станут более комфортными и безопасными.